Главное за день из телеграм-канала «Русньюз». Подписывайтесь, чтобы узнавать новости первыми. Ссылка в описании. Борьба с воровством в супермаркетах. Торговым сетям в Петербурге и Екатеринбурге приходится обращаться с маслом и сыром, как с особо дорогим товаром. Их кладут в специальные антикражные упаковки. Сбиваются в стайки. В Петербурге единорос заявил, что, услышав о квадроберах, дети сбиваются в стайки в лесах и бегают в поисках желудей и мухоморов. Штраф за исполнение закона об иноагентах. Депутата МГД Михаила Тимонова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента в посте, где она присутствовала. Что это за убожество? В станице Галюгаевской Ставропольского края жители рассмешил новый памятник Сталину. Глава станицы собирается провести референдум о судьбе монумента. Подробности и другие новости в телеграм-канале «Русньюз». Подписывайтесь, чтобы узнавать новости первыми. Ссылка в описании.